серьезно или из-за чего? Не знаю, сейчас посмотрим. Я вам столько всего рассказала. Столько всего посоветовала. Столько всего то постойте, подождите дня, потому что я хотя бы там красиво выгляжу. А то утром я как зомби, какой-то встающийся. Ну, это Лиза, в принципе. Ты столько всего рассказала. О, зато теперь Юстина или Рахан не узнает, что я говорила. Мои секреты. Да, Антилина, они об этом не узнают. Как я их отмазываюсь. А. Вообще, я всегда играю в домовую. Да. Уже много кто поукрашал к Новому году. Должен на днях вот, начать это, украшать. Это моя подруга. Да, здесь живет Настя. Да, Настя продолжает ходить в школу. А мы уже на онлайн. Лизенька пришла на онлайн обучение. Познакомимся недавно в школе. Я соскучилась только по одной учительнице. А какой? По которой? Мисс Ди. Мисс Ди это первая? Ну да. А вторую как звали? Не помню. Ну вот поэтому у нее самое легкое имя, поэтому и соскучилась. Не надо было. Ну, это как-то так. У них фамилии тут такие, что я еле запоминаю даже одну фамилию. А во всей школе знаете, сколько учителей? Знаете, сколько? И запоминаю только одну фамилию. И то ученика, у которого фамилия будет Ли. И все. Ну и это для меня максимум. Оснащена вот здесь вот с этой стороны пандусом и где стрелочка. И ты можешь подъехать на пандус, там будет такой автомат, который сканирует книги, и ты сдаешь туда книги. И тебе не придется заходить вовнутрь, чтобы их сдать. Чтобы взять, ты заходишь, а чтобы сдать, ты можешь прям на машине подъехать и с окошка все сдать. Пойдем, Лизань? Я снимала пандус, который около библиотеки. Смотри, самолет так красиво взлетает на бочок. Магазин, там где фонарики.